Всем привет, ребят! Сегодня самый такой крутой день, в котором я буду показывать вам... что я вам буду показывать? Опять копатель онлайн, опять какие-то штуки, и у меня совсем мало времени, потому что осталось где-то... мало, 10 минут у меня осталось. У меня есть 10 минут, чтобы вам все объяснить, может даже меньше. Так что давайте ближе к делу. Итак, у меня сегодня также есть моя программа, дочь версии 1.9.2 от vk.com. Можно здесь купить что-то от смс-ки, которые будут проходить. Здесь пишем номер, здесь пишем год активации. В общем, сейчас разберемся. Здесь я все скрыл. Так, начинаем. Зашли мы, короче, на сервер. Кому? Да, чит на монеты и кристаллы. Чит реально рабочий, и мы сегодня просто троллим школьников. И опять звука нет в копателе, потому что я не обновлял игру после второго видеоролика. Так, да, скажи номер своей мобилы. Также я буду регистрировать аки, аккаунты ВКонтакте, если мне что-то получится. А если ничего не получится, то ничего. А больше чего не надо? Ничего не надо. Ну, можно по-другому. Так, ну можно по-другому. Просто подписаться на мой канал на YouTube. И сразу получите чит. Подписка не сворует денег. Подписка не сворует денег. Я не думаю, что это наёб. Так. Или номер мобилы, или подписка на мой канал на YouTube. Так, ладно. Что он сейчас выберет? А, меня забанили, да. Меня забанили. Видимо, им подписка не нужна. Да, конечно, кому нужен Убас, у которого несколько тысяч подписчиков, и которые все накручены. Так. Проверим мы сегодня только... О! И сейчас так прям бан сейчас будет, точно, вот, 100%. Или нет? Ну, короче, сейчас мы все проверим. Так, нахуя? Ну, есть другой способ. Просто писаться на мой канал на YouTube. Просто подписаться на мой канал на YouTube. И сразу получите чит. Вот этот вариант. Я не могу ничего сделать на YouTube. Как называется канал? Там в поиске он сразу первый был. Так. Они попали в мой новый выпуск. Закрой. Так. Чит добавляет 100 тысяч монет и 10 тысяч кристаллов в месяц. Так. Так. Зачем мне открывать? Ну чё? Ну так что? Где они сидят, я не понял. Отойди. СПС. Ну, в общем, я не знаю.
Видимо, им не нужен чит. И последняя карта на сегодня, которую я вам сегодня покажу. Сейчас еще раз проверю, сколько времени у меня осталось. У меня осталось всего 3 минутки, и я их потрачу. Я тут один! И школьник, кстати. Вот самый прикол. Начнется его сейчас. Чуваки, мне страшно, я тут один выживаю. Да какого ладно? Фига, Дэр? Ты невидимка! А, нет. Да ладно. Что-то происходит такое. Это капец. Так. Так. Ладно. Дэр, я же Айс был же? Нет, видать. Админа здесь нету? Он опять идет туда? А, какое-то выживание? Так, закрыто, да. Видать. Давайте пройдем. Так. Нет, мне, чуваки, страшно! Чуваки, кому страшно? Так, ну это же копать, что такое? Что за пипец? Фокси! Иди нафиг! Что здесь происходит-то, я так и не понял. Там Фокси! Фокси, уходи! Мы тебя не звали! Он бежит! Не страшно, чуваки! Весь я уже был. О, Фокси! Фокси бежит! Так. Охренеть. Да! Две школьники. Меня не напугали! Кого напугали? Охренеть карту у них, конечно. Чуваки, кого напугали? Дезерн! Я его напугал. Офигеть, конечно. Кого напугали? Это пипец. Офигеть. Это просто пипец. Дезерн напугали. Офигенная фигура, конечно, вот смотрите. Кого ты напугал? Дезерн! Просто, смотрите, охрененная. Просто офигенная. Он врет. Всё, ты иди. А я летаю, вы знали? Иди. Прикольно. Ну, я буду, значит. Всё, выходи. Всё, иди. Да всё. В общем, ребята, вот такой вот выпуск получился. И сегодня всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Не забывайте, эту программу я разыгрываю в моем новом конкурсе в группе ВКонтакте Нубас. Программа довольно-таки платная, но ее можно скачать бесплатно и пользоваться только смс-ками от vk.com. Остальные все стоят по 99 рублей смс-ки. Так что, если хотите, пользуйтесь от vk.com. Мне как-то все равно. В группе конкурс именно на 10 таких программ, то есть... После того видеоролика, где я снимал про эту программу, сразу люди спросили, а где ее можно скачать? Как там протроллить школьника или что-то типа того? Я сделал такой конкурс на 10 авторизаций к этой программе. В общем, все, что надо, это зарегистрироваться, то есть логин, пароль, войти в свой аккаунт в этой, выбрать vk.com, ввести номер телефона школьника, нажать... Придет школьнику пароль, ну никак, не пароль, код активации, он его говорит вам, вы его вписываете, вы получаете монеты, а именно 100 тысяч монет и 10 тысяч кристаллов. Ребята, это все очень даже круто, попробуйте сами. Розыгрыш происходит с моего второго аккаунта, в общем, если хотите, то пользуйтесь, ребята. 10 человек только могут получить программу. Программа реально очень секретная, она еще дорабатывается. Так что, наверное, будет круто, если кто-то ее получит и будет пользоваться, потому что программа довольно-таки крутая. В общем, всем